Всем добрый день. Сегодня у нас разговор про опять болезни флоксов. Сегодня про серую гниль. Вообще серая гниль на флоксах встречается не очень часто. Намного чаще встречается мучнистая роса и всякие пятнистости. Но этот год у нас выдающийся. Вспомним, что зима была теплая, снега было мало. Потом в марте было даже плюс 22, а потом в апреле было ночью минус 15. Я думаю, что для всех растений, в том числе и флоксов, это было, ну, некоторым потрясением. Вот. А после вот этого минус 15 продолжалась холодная погода и очень сильно дождливая. Так вот, что я хочу показать. Серая гниль. Она проявляется на листьях. Видите? Налет. Серый налет – это споры. Вот они, споры. Проявляется это обычно снизу растения, сверху. Они живые, хорошие, зеленые. Я вчера обработала этот куст фундазолом. Кроме этого, можно другими использоваться, например, бордоская жидкость. Кто-то в интернете советует использовать хом. Ну вот теперь жду, когда эти грибницы подохнут, и мой флокс продолжит дальше хорошо расти. Но я буду за ним наблюдать. Это сеянец, это не сорт. Это отобранные мной 2 года назад растения. И среди других 150 растений только он заболел такой болячкой. Есть рядом с ним другой, у которого тоже на листьях пятна есть, но совсем не в тех масштабах. Поэтому, если он ничего особо примечательного во время цветения не покажет, то я с ним расстанусь. Потому что флоксы, которые подвержены больше, чем другие, грибным заболеваниям, я думаю, что не очень хорошо. И не нужно такой будет сохранять, выращивать и выводить в люди. Вот еще раз могу показать. Вот так выглядит центр куста. Вот здесь на листьях видны споры. Но я думаю, что фундазол их вчера уже убил. Так что посмотрите на свои флоксы, осмотрите посадки. Я надеюсь, что вот такого заболевания у вас нет.